Привет, ребята! Всем привет! И вы прекрасно помните прошлое видео, и вы спросите, а почему не в той деревне? А все из-за того, что я умер, я упал в ущелье и разбился. Да, ребята, но вот что я успел там украсть. Карта, почему-то две карты. Вот, деревня была большая, но я, к сожалению, умер. Еще вот что мне попалось. Два изумруда. У меня один уже был. Я добавила эти два к одному. Получилось три, да? Ровно три. Вот. 46 пшениц. Так, еще... Ну, сахар мы там собрали. Вот. Ну и, в принципе, все. В принципе, больше ничего мы там не собирали. И еще немного там пшеницы собрал. Вот. И сегодня я предлагаю вам опять отправиться в далекое путешествие. Да, но для этого нам понадобится еда, в случае чего, меч. Не будем копить, не будем сразу самое драгоценное. Короче, ребята, я знаю, хочу вам кое-что рассказать. Хочу рассказать вам... Что кузница, это самый лучший дом, который может быть вообще в деревне. Да, ребят, ну что, мы пошли в далекое путешествие искать новые деревни. Потому что, кстати, знаете, почему это самый лучший дом? Из-за того, что там крутые награды в сундуке. Да, ребят, прощаемся с деревней. Конечно, я там сохранился, если я умру, я окажусь... Там, в своей деревне. Тут голем мой ходит, который в отпуске был. Да, голем? Да, голем? Ему сейчас не до этого, он охраняет свою территорию. Вот правильно делаешь, голем. Охраняй. Пока. Я пошел в далекое путешествие, голем. До свидания. Кстати, ребята, обязательно не забывайте подписываться на мой канал. Так, давайте еще немного сахара возьмем. То я думаю, столько сахара будет не хватать. Кстати, я там еще ведро взял. Вот. Оно у меня вроде в инвентаре, не, уже в сундук выложил. Вот. Все вот так вот. Ведро еще там. Просто обычное ведро. Так, 6. Так. А, блин, ребят, нам еще кирка. Блин, зачем я? Почему такой глупый? Ну ладно, ладно, потом зайдем сюда. Придем еще раз. Когда-нибудь. В прошлом видео. Ой, то есть не в прошлом, а в следующем видео придем. Так, ребят, мы идем на поиски всяких деревенек. Ну что, ребята, я, кстати, знаю, именно в пустыне есть такой храм, только там надо сбоку копаться, иначе там посередине кнопка такая, там, если наступить, там динамит взорвется. Так, и бегать не можем, скушаем. Картофель? Да, картофель. Блин, почему я жареный не взял? Он же больше восстанавливает, намного больше. Ладно, давайте пешком пойдем. Пойдем пешком, только это будет путь долгий. Долгий путь. Да, ребята. Мне нравится путешествовать по миру Майнкрафта, скажу вам честно. Нравится. Исследовать новые миры, там, всякое другое. Так, давайте поплаваем. А, блин, чтоб плавать, ускорение нужно. Ах, ладно. Ладно, мы тут не подводные храмы ищем, а вообще деревни. Всякие разные. Ребята, я еще ни одной деревни даже не заметил. Пишите в комментариях, заметили ли вы, пока я шел. Вот, ну короче, пока я просто шел.
Заметили ли вы какую-нибудь деревню? Зачем я взял меч? Ну, на всякий случай, просто так. На всякий случай. Вдруг на меня кто-нибудь нападет. Там, например, отброс, который в пустыне спавнится. Не, монстры они спавнятся ночью. О, ребята. Мы сейчас, наверное, найдем какую-нибудь деревню. Надеюсь. Так, ребят, давайте зайдем в креатив. Возьмем еду нормальную. Так, давайте возьмем хоть какую-нибудь еду. Так. Свекла. Давайте не стак. Вот, 16 должно хватать. 16 свекол. Все обратное. Выходим. Выживание. Сколько они восстанавливают? Ну, в принципе, точно так же, как картошка. Ну, ладно. Будет больше еды хотя бы. Хотя бы будет больше еды. Так, ребят. Я еще ни одной деревни даже не заметил. Ой, я знаю, вон в том месте есть деревенька, как раз вон та, которую мы в прошлом видео исследовали с вами, она именно там. Или не там, или в другом месте. Так. Или не в том. Ну, короче, нам может попасться и другая деревня. Не-не-не, вон. Это именно та деревня. Так, ну давайте в нее не будем идти, мы уже ее видели, или это не та деревня? Может, там есть кузница? Нам кузница бы не помешала. Алмазный сет, например. Или алмазный меч. Даже еще лучше. Ну, что сказать? Ну, это похоже на ту деревню, конечно. Не, ребята, это та же самая деревня. Там два флага нет. Я в прошлом видео собрал. Сюда я заходил тоже. Да. Вот, тут все пособирал. Киски бегают. Ребята, я есть хочу. Житель, вы не против, если я у вас тут немного поворую? Голем на меня за это не нападет? Не, големы вроде не нападают за то, что урожай собирают другие. Они вроде за это не атакуют. Или атакуют. Так, ребят, я там вижу гриб. Пошли соберем. Если он с руки выпадает. Арбуз, ребята. Это нам сейчас не помешает. 4 арбуза, нормально. Так, давайте еще арбузы поищем. Так, у меня есть 4 арбуза. Сколько они восстанавливают? По одному? Ну, ладно. Так. Во. Нет, ядовитые. Ребята, что делать? Давайте просто выбросим. Блин, ребят, темнеет. Я не знаю, что мне делать. Может, в дом какой-нибудь зайти? Или уйти отсюда? Во-во-во-во-во! Вот! Во, в эту щель я упал. В эту щель. Вот в этот проем упал. Вот так шел-шел и упал. Так. Давайте еще поищем. Я там вижу, уже мобы начали спавниться. Я там вижу, уже жители бегают. Я там вижу больше ничего. Тут жители везде. Здравствуйте. Да, свидание. Так, цветок нам не нужен. Блин, ребята, там уже зомбак. Тут паук. Боже мой.
Нет, спасибо, спасибо, спасибо. Огромное спасибо за гостеприимство. Но мне ваша помощь не нужна. Давайте его с руки вырубим. Наш рука ведь. Во! Несколько ударов с руки. И даже меч сэкономили. Видите, как легко и просто. Так, а вот этот блок с кирки. Ладно. Кирка бы сейчас не помешала, реально. Нет, там куча монстров. Или это береза, мне показалось. Скелеты там вроде стоят. Или березы. Наверное, березы. Так, ребята. Пока что никого нет. Давайте пойдем в другую деревню. О, арбузы! Куча арбузов. Давайте соберем их. О, да, арбузы. Давайте, давайте. Да, арбузы. Теперь я нормально подкреплюсь. Уже 24 арбуза, вы серьезно? Это мне надолго хватит. Это я еще себе домой принесу. Тогда давайте максимально много соберем. Максимально много. Так. Там ламы ходят. Пока что на меня никто не нападает. У меня уже напали. Уже 100 арбузов. Да это мне вообще намного хватит, ребят. Ой, я там вижу сундук. Все, ребят, теперь мы опять можем бегать. Ну, ладно. Факел возьмем, не помешает осветить дорогу когда-нибудь. Так давайте в руки меч возьмем. Хотя нет, давайте лучше еду возьмем. Блин, ребят, я не знаю, что лучше взять. Еду или оружие? Давайте еду оставим. Не, ребят, все. Давайте найдем пустынную. Кстати, давайте срубим вот тут. Еще последний арбуз. Давайте арбузы все-таки возьмем. У меня стак их. Да. Вот это я сегодня с вами арбузов набрал. Реально, ребята. Так. Криперос. Да. Мы до сих пор выживаем в пиксельном мире. Смотрите, как выглядят кустики, смешно. Это все из-за пиксельного мира. Это аддон, ребята. Мы продолжаем с вами выживать в аддоне. Так, давайте поедим. Нормально поедим. Видите, я вам говорю, что пауки ночью сами по себе нападают. Я не хочу опять идти. Блин, там алмазный, блин, золотой шлем, золотой шлем. Ладно, давайте кузницу когда найдем, что-нибудь-то выпадет. Скелет, промахнись. Даже не стрельнул. Так, ребята. Давайте найдем деревеньку. Они уже отстали. Давайте поднимемся. Может, мы деревню уже проплыли? Так, эндермена пусть. Эндермен давайте не будем трогать. О, давай, 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 взорвись. Молодчина. Блин, только с этого мне ничего не выпало. Так, давайте блоков наберем. Сколько угодно, сколько угодно. Сколько угодно блоков, отброс. Ну что? Что ты? Блин, так не вовремя. Так не вовремя. Ребята, у меня одно сердечко осталось. Скорее уходим, уходим, уходим от этих отбросов. Там еще скелет, блин. Хоть бы деревня неподалеку. Нет!
Ребята! Блин, что за фигня? Ладно, на этот раз давайте побежим вперед. Да. Ребят, меня убили. Ладно. Не будем волноваться. Пошли еще раз. Только уже в другую сторону, вперед. Давайте посмотрим. Пойдем. Так. Давайте сделаем день. То это... Ничего не видно. Не хочу читерить, конечно. Но просто так, чтобы светло было. Просто так. Так, там уже все горят. Да, зомбаки, давайте горите, горите на солнце. Так. Ребят, смотрите, какой гриб огромный. Офигеть, ребята. Почему такие грибы огромные? Они же в Майнкрафте малюсенькие такие. Аддон добавляет огроменные текстуры. Этот аддон немного странный. А ну, свинюшки, идите за мной. А, я пошутил. Так, давайте побыстрее поплывем. Ребят, я нашел деревню. Она даже неподалеку от нашей. Ребят, смотрите, деревенька. Привет. Тут свекла есть. Наконец-то нормально поем. Тут кузница есть? Неважно, пошли в этот дом. В этом доме должен быть самородок. В нашей деревне... Блин, в нашей деревне такое тоже есть. Четыре изумруда. Офигеть, ребят. Так эти жители богачи, ребят. Но только я у этих богачей все забрал. Жители не будут против, если я у них там поукраду все. В нашей деревне свеклы нет. А ну-ка, давайте-ка соберем. У себя посажу свеклу. 25 свеклы, нормально. Вот так. Житель, привет. Что выращиваешь? Так. Он тут фермерством занимается. Смотрите, тут два биома смешаны. Отравленная картошка. Отравленную картошку лучше вы сами едите, жители. Такого дома у нас нету, ребят, смотрите. Смотрите, может, тут тоже сундук есть? Блин, ребят, тут сундука нет. Ладно, уходим. Самое главное, тут есть кузница, а? Тут есть кузница? Так, давайте тут возьмем яблочки. Нормально. Хлеб. Прекрасно. Кстати, смотрите, а деревенька так-то не маленькая. Так, там голем, не будем его трогать. Он не будет нас, а мы не будем его. Житель, привет, что делаешь? Я хочу вот это собрать. Так, сейчас мы соберем. Надеюсь, мне выпадет. Я так понимаю, житель, ты механик. Житель у нас механик. Он разозлился. На меня голем нападет. То, что он разозлился. Ребят, на меня напал голем? Или нет? Или он не реагирует? Обидел я их или нет? Но я видел, он разозлился, тот житель. Наверное, не реагирует.
Можно спуститься на землю. Так тут мелкие ходят. Ну что, ребят? Мне понравилось искать деревню. Мы нашли кое-какую деревню. Только меня расстраивает, что тут нету. А вон голем ходит. Давайте-ка к нему подойдем. Реагирует он на то, что обиделся житель. Голем, ты где? А, не, вот он. Голем? Не, он не реагирует на то, что жители обиделись. Блин, жители, откуда у вас так много отравленной картошки? Жители, объясните мне. Нифига тут гриб, конечно, растет. Так, ребята, мастер паркура снова в деле. Да, ребята. Так. Ну, что я могу сказать? Деревенька неплохая, большая даже. Даже можно сказать больше, чем наша. Мне нравится. Даже есть дома, которых у нас нет. Ребята, это... А, я только обрадовался, что это кузница. А это нифига нет, не кузница. А, блин, ребята. Кирку? Не, у меня кирка железная есть. Мне каменная не нужна. Так, давайте выше пойдем, ребят. И посмотрим, что у нас тут. Тут у нас деревня обрывается. Тут у нас домик пустой. Ребят, вот еще один дом воду есть. Ровно в воду. Так. Так, еды возьмем у жителей. Жители, как всегда, не против, чтоб я у них тут все поворовал. Ну чё, пошли в другую деревню, ребят? Да, мне эта идея нравится, пошли. Короче, ребята, если вам понравилось продолжение, да, конечно, продолжение еще будет. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, а на сегодня это все. Всем пока-пока. Всем пока. Продолжение будет в следующем видео. Да.